В рамках предстоящего 18 мая в Баку под патронажем президента Азербайджанской республики Ильхама Алиева третьего всемирного форума по межкультурному диалогу под девизом «Поделимся культурами» для совместной безопасности состоялась пресс-конференция. Как сообщает Азертач, министр культуры и туризма Абульфаз Гараев проинформировал журналистов о повестке дня форума. Министр сказал, что азербайджанским государством и лично главой государства в 2008 году была выдвинута инициатива Бакинского процесса с целью налаживания межкультурного диалога. Азербайджан не случайно выступил в качестве инициатора столь глобального движения. В нашей стране представители различных наций и религий исторически жили и сегодня живут в обстановке сотрудничества и дружбы. Было подчеркнуто, что форум еще раз подтверждает значимую роль Азербайджана в пропаганде таких ценностей в системе международных отношений, как межкультурный диалог и мультикультурализм. Было сообщено, что в дни форума представители более 100 стран получат возможность ближе познакомиться с Азербайджаном. В работе форума примут участие руководящие лица более 10 международных структур, министры, заместители министров из почти 50 стран, представители влиятельных мозговых центров и медиаструктур мира. В целом 50 представителей зарубежных стран с 5 континентов. Отметим, что Азербайджан обладает большим историческим прошлым. Верховный представитель Альянса цивилизации ООН Насир Абдул-Азиз Аль-Насири выразил признательность президенту и правительству Азербайджана за покровительство столь грандиозного мероприятия. Он отметил, что тема нынешнего форума – очень серьезное проведение столь грандиозного мероприятия, призывающего к миру и спокойствию на планете, достойно одобрения. В заключение участники пресс-конференции ответили на вопросы журналистов. Камила Алиева, Вюсал Видадиоглу, Эльвин Лачинов, Азертач.